Я не знаю, почему я выбрала Лили. Я с Лили не знаком. Но думаю, что, наверное, ей просто нравится такой типаж из предложенных. Наверное, больше не было такого типажа, как я. Вот она выбрала меня. Ну, так для... А вообще я красивый, да. Я последние 3 года перед камерой разговариваю только на одну тему. Жена должна быть за мужем. Не замужем, а за мужем. Вот тогда она жена. А если брак или отношения строятся на том, кто кого раньше ударит сковородкой по голове, то незачем его даже заводить. И если мужчина приходит домой и после войны, он должен еще дома там что-то организовывать в отношениях, то зачем заводить такие отношения? Мужчина должен быть добытчиком в первую очередь, он должен быть мужчиной с большой буквы. А женщина должна быть женщиной с большой буквы. Его женщиной. А иначе зачем тогда он нужен? Сегодня прочитал умную мысль у Деппа. Если вы влюблены в 2 людей, выбирайте второго. Если вы любили первого, второй бы не появился. Это всем женщинам, чьи мужья ходят налево. Надо понимать эту вещь как-то уже один раз. И быть замужем, да, за мужем. Всегда.